Друзья, всем привет! В этом видео я с небольшим обзорчиком, вот таким, по наушникам, не свойственно моему каналу, может быть, кому-то пригодится. Кто-то, опять же, в поиске. Это бюджетные наушники с гарнитурой. Не супер сложные, не супер как бы мощные, среднего такого пошиба, так скажем. Я про практичность, да, вот у меня они более 2 лет уже. Сразу хочу обозначить вот эти вот уши. Абсолютно нормальное прилегание к уху, ухо закрывает полностью. Здесь вот такая гарнитура, вот это я развернул ее вот час назад, это вот она вперед. Вот ее можно гнуть, как хотите себе, под свой рот. Так скажем, они продаются без поролоновой подушечки, здесь она не предусмотрена абсолютно. Не суперское решение, я не нахваливаю эти наушники. Смотрите, если брать в расчет бюджетные наушники, вот я почему-то выбрал такие. Может быть, вы тоже сейчас выбираете себе наушники, и абсолютно, я вам скажу, адекватные наушники. Не премиум класса, но очень даже приличного звучания. Вы расслышите басы, конечно же, потом пищание всякое. Они не гулкие, они достаточно такие, ну, четкое звучание, но не громкие. Это не профессиональные, опять же, наушники. Причем с невыдающимся дизайном. Посмотрите, они выпуклые, как автомобиль Победа. Горбатые такие. Но после прослушивание, допустим, каких-нибудь звуков, аудиофайлов в этих наушниках в течение 2 часов, вы снимете с головы эти наушники, и вы будете немножко приглушены, если на всей громкости слушать. Это говорит о том, что звучание передается очень даже мощное здесь. Опять же, повторюсь, душил свою жабу, хотел себе купить навороченные, но остановился вот на таком выборе. 900 рублей они стоят, я приобрел их через интернет. Микрофоном я не пользуюсь, но он передает звучание достаточно четко. То есть вот если он даже не к самому рту будет повернут, а вот так вот, он улавливает звук вот здесь вот на расстоянии. Вот так вот. Что еще в этих наушниках интересного? Смотрите, здесь нет заморочек с регулировкой. Я вам сейчас объясню всю прелесть, почему здесь нету этой заморочки. Смотрите, вы одеваете, когда они сразу приобретают, принимают форму головы вашей. И садятся они на уши так, как вам надо. За счет плотного прилегания вот этих вот наушников на ухи, они не слазят и не спадают. И вот это вот двойная вот такая вот двойной ободок, он лежит у вас на голове. Если долго сидеть, они не давят, но при долгом сидении, вот я часа 4 однажды просидел, вот эта вот штука, она чувствуется потом давление от нее. Вот такие наушники бюджетного класса. Опять же, снимаю видео, может быть, кому-то пригодится. У этих наушников самое интересное, что было в комплекте, это вот этот вот переходник. Переходник для мобильных телефонов. Вот сюда вставляется вход-выход вот этих штекеров, да, и вы можете спокойно подключить к мобильному телефону вот через такой адаптер вот эти наушники. Так что имейте в виду, 900 рублей они. Это не реклама абсолютно, и просто я, как всегда, даю советы на канале. Сейчас зима, делать нечего особо. Вот решил вот такой запилить видосик. И заодно сейчас вот сравним эти наушники с другой моделью. Мне племянник подогнал вот такие наушники, тоже дешманские. Большое ухо, здесь оно не круглое, а овальное. Вот такой массивный микрофон с поролоновой подушечкой. Вот она здесь одевается. Они как бы выглядят посолиднее, но еще дешевле. Они 600 рублей стоят. По звучанию они примерно такие же, как вот эти фирменные. И что здесь, какая прелесть есть. Смотрите, здесь вот они регулируются пожестче, конечно, да. Вот. Тут такой храповик, без всяких кнопочек. Гребенка такая здесь. Без всяких кнопочек. И вот здесь вот такая мягкая подушечка. Наушники тоже старые, не новые. Вы можете сейчас увидеть, какой износ. Они заюзаны достаточно мощно, ну, как бы достаточно интенсивно они юзались, потому что племянник у меня игроман, и, как все
молодые люди сейчас, да, достаточно активно он пользовался ими. И здесь вот прелесть какая, то что один провод, не в два уха, как вот в этих наушниках, а один, более толстый, здесь тоненький. Но вот эти провода здесь вот в самих вот этих наушниках достаточно плотно сидят. Я забывал однажды, что у меня одеты наушники на голове, и дергал всегда вот эти провода головой с наушниками, да, и они не оторвались и не оторвутся. Здесь продуманная посадка, видимо, знают инженеры, создатели, что вот здесь может, ну, это слабые места, и тут двойное крепление внутри, 100%. На этом нету регулировки громкости, а вот на этом есть, вот на этих наушниках, вот такой колесик. Можно регулировать на компьютере не только через в электронном виде громкость, но и вот механическим образом, вот так вот, путем вот этого прибавление, убавление звука непосредственно на самих наушниках. Абсолютно не бойтесь покупать вот такого плана наушники. Вот эти вот Philips вам абсолютно не понадобятся супер крутые там за 5, за 9 тысяч наушники. Вы не профессиональный меломан, который там гоняется за малейшим звучанием, и вы не будете столько сидеть у компьютера, потратив 5000, 7000, 10000 на наушники. Я стоял перед выбором либо такие, либо JBL, есть такие наушники, а вот эти вот вообще ноунеймовские. И у них вот, что интересно, у них не регулируется вот это ухо, оно вот как вот есть, посаженное вот здесь, вот, да, видите, наискосок, так и есть. Все. Вот такие наушники, имейте в виду. Эти наушники насчет вот такого адаптера я не знаю. Не во всех комплектах есть. А вот в этом есть. Коробка вот такая, смотрите. Зелененькая. Вот. Два в одном. Это, то есть, имеется в виду вот это. Так что, кому было интересно, оставайтесь со мной. У меня много чего тоже еще будет полезного. Всем пока-пока.